Ну вот мы не нашли 11-е, что, видимо, очень даже нужно посмотреть. 11-й? Да. Вот 10-й я не понял, что такое. Видимо, вот этот дом, который новодел. Да-да-да. А вот 11-й мы вообще не видели. А это чуть подальше, это, видимо, он около амбара. Здесь видишь, как-то нарисовано все не в проекции. Ну, судя по тому, как нарисовано, получается, что вот он, амбар с телегами, рядом с ним где-то должен быть. Поехали, доедем еще. Или можно будет через первый переезд. 4 трактир, 5 депо. Ну, поехали сейчас вот так вот и обратно. Ну, вот 11-й надо посмотреть. Это как бы... Вот, может быть, это и есть она. Опа! Пойдем с вами. Ты имеешь в виду, что она, может быть, вообще не отмечена? Да. Ну, давай доедем до 11-го, посмотрим. Ну все, мы уходим, давай. Лови мячик, иди бери мячик и пойдем. Давай, бери мячик и пойдем, да, да, вот они нарисованы. Мы видели где? В школе, да? Самое интересное то, что сзади вот они. Но это еще и сверленное сверху. Я думаю, это однозначно было чье-то могильцев. Не знаю. Так, ну что, так, так. Сюда.
Вот это вот не видела 99, наверное, пространцев посетителей усадьбы Васильева. Офигенный мост из самых больших булыжников, похоже. Это сложно подобраться. Вот такая вот штука, махина. Офигеть. Слишком сыро, чтобы туда забраться. Стоящий грот и офигенный замковый камень, очень необычный. Там вот такой родник, похоже. Попробуем с другой стороны залезть. Взросло, не очищается, а могли бы сделать реально крутой символ. Еще один мост. Так вот смотрится мостик издалека. Круто.